Здравствуйте. Спустя ровно неделю мы вновь в студии телеканала «Симон» в прямом эфире. Это программа «Вечер трудного дня». Я ее ведущий Владимир Мазур. Еще раз здравствуйте. Рад приветствовать всех, кто в этот час, собственно, у экранов. Телефон нашей студии 7-175-501. Формат программы все тот же. Что-то вроде небольшого круглого стола, посвященного трем, на наш взгляд, самым главным, самым спорным, самым проблемным вопросом прошедшей недели. О вопросах чуть позже. С удовольствием представляю сегодняшних наших гостей. Политолог Денис Подьячев. Добрый вечер. Координатор общественной организации «Кредитный Майдан» и начальник департамента банковского сектора регионального антикоррупционного бюро Сергей Хлюпин. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И Алексей Гончаренко, общественный деятель, председатель областного комитета ветеранов военной службы, участников холодной войны. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вначале, по традиции, давайте посмотрим небольшой сюжет. Телефон студии, напомню, 7-175-501. До 28 января Верховная Рада внесла изменения в закон о регламенте, позволив редактировать Конституцию вне сроков, которые устанавливает для этого основной закон. Все это ради того, чтобы не потерять возможность вынести на второе чтение проект изменений в Конституцию, в котором говорится об особом самоуправлении оккупированного Донбасса. Метою законопроекту є вдосконалення чинних положень регламенту Верховної Ради стосовно процедурних питань внесення змін до Конституції України. В разі, якщо законопроект не був розглянутий Верховною Радою України на наступній після попереднього схвалення черговій сесії, для завершення його розгляду прийняттям чи неприйняттям Верховна Рада України може розглянути такий законопроект на наступній за нею черговій сесії. Накануне голосования группа депутатов обратилась в Конституционный суд с просьбой истолковать норму Конституции о допустимых сроках принятия изменений. Цель – выиграть время. В том, что Конституционный суд примет необходимое решение, у депутатов сомнений нет. Поэтому аналогичную норму в регламенте изменили, не дождавшись вердикта суда. При этом не скрывая, что и Конституцию, и регламент обходят ради политической целесообразности. В залі немає 300 голосів. Дякувати Богу, ми не маємо 300 голосів ані за особливий статус Донбасу, ані за так звану децентралізацію, яка фактично є централізацією влади. Тому, аби розтягнути цей час, аби купити цей час в прямому, напевно, слові, так, були внесені зміни до регламенту. Україна не повинна піддаватися небезпеці звинувачень уже з 2 лютого. В нормандському форматі в невиконанні Мінських угод. Тому це політичний маневр і він є очевидним. Немає ніякої загрози для Конституції. Навпаки, депутати довше можуть думати над доцільністю або недоцільністю змін. Так що ніякого конституційного перевороту не відбулося. Це дозволить нам дійсно зайняти більш таку, знаєте, серйозну позицію на переговори з нашими ворогами і з друзями в рамках Мінського процесу. Тобто ми можемо трактувати, що на сьогодні ми ще продовжуємо бути в процесі змін Конституції. Принятие изменений в Конституцию Верховной Радой – не единственный способ изменить основной закон. Коалиция гражданского общества «Народная Конституция» подготовила законопроект принятия проекта новой Конституции Украины, который не без труда удалось зарегистрировать в Верховной Раде. Законопроект предусматривает избрание специального органа учредительной власти народа – Конституционного собрания, призванного подготовить проект новой Конституции Украины на основании результатов широких общественных обсуждений для вынесения его на всеукраинский референдум. Головна ідея, яку я і мої колеги висувають зараз на розгляд українського парламенту і українського народу, полягає в наступному. Щоб прийняти зовсім нову Конституцію України спеціально з обраними народом установчими зборами. Наша ідея полягає в тому, що прийняття Конституції установчими зборами, куди, до речі, заборонено буде обиратися діючим політикам, і особи, які тоді будуть обрані, 10 років не матимуть права обиратися до органів влади, це дає можливість написати справді добру Конституцію. Ну, вот такие, с одной стороны, достаточно прогнозируемые конституционные страсти происходили на прошлой неделе. С другой стороны, в общем-то, при всей прогнозированности как раз именно непонятно было, почему страсти были столь накалены, и звучали даже обвинения в каких-то государственных или конституционных переворотах. Вот так ли это все на самом деле? Попытаемся разобраться сейчас здесь, в нашей студии. Денис, что вы думаете по этому поводу?
Ну вот происходящее на повестке дня является, на мой взгляд, следствием того, что Украина в Минском процессе, в частности в контексте событий на Востоке, имеет очень проблемную субъектность как государство, как игрок, как сторона и так далее. Потому что она вынуждена следовать вот этому такому иллюзорному компромиссу, как это подается, следовать срокам этого так называемого компромисса под названием «Минск-2». Кстати, сроки, по идее, истекают, потому что до конца 2015 года должны были, ну, сейчас, видимо, достаточно запуска конституционного процесса, да, то есть не обязательно дедлайн истекал 31 декабря, да, но достаточно было запуска. Вот. Так вот эта вот проблемная субъектность заставила депутатов наших, скажем так, ну, двух ветвей, вот мы говорим о президенте, мы говорим о парламентариях, включить вот эту вот излюбленную нашу, скажем так, казуистику, да, в котором, ну, да, нам как бы навязали, мы проблемный игрок в плане субъектности, мы не можем диктовать условия, мы очень сильно оглядываемся на западных партнеров, они нас заставляют соглашаться на эти условия. Но мы сейчас как бы включим казуистику, да, включим, как говорится, наши реалии и изобразим нечто такое, да, изобразим процесс, не внося реальных каких-то изменений. Но с другой стороны, какой-то, знаете, осадок остается, потому что в Конституции, если не ошибаюсь, статья номер 157, есть жесткое правило, ну, принцип, да, постулат, в условиях военного положения, которое диктует чрезвычайное положение, да, изменения Конституции не вносятся. А это нас поднимает, опять же, к тому, что мы обсуждали буквально год назад. Ну, тоже были крики там, да, различные, ипотетика, да, о том, что же это у нас происходит на Востоке. Потому что мы говорим о агрессии государственного субъекта Российской Федерации, но в то же время у нас на Востоке происходит антироссийская операция. То есть определенный когнитивный диссонанс. Я понимаю, но тут, видимо, опять же, речь идет о том, что если, фактически, если называть вещи своими именами, мы юридически втягиваемся в процессы, о которых, собственно, лучше даже не вспоминать. То есть это официальное объявление войны, это официальное военное положение, это сворачивание вообще практически политического процесса как такового. То есть по большому счету даже признание государства агрессором вовсе не означает, что речь идет о прямом военном вмешательстве. Да? Что агрессия может осуществляться разными видами, информационная, там, гибридная война и так далее. То есть да, мы действительно живем в печальную такую эпоху казуистики самого широкого масштаба и самой такой высокой пробы, но тем не менее отказ от этой казуистики ведет к реальной войне, куда более масштабной, ну, настоящей войне. Опять-таки, мы в этой ситуации еще раз возвращаемся к тому, Украина не субъектное государство. Почему? Потому что еще каких-то полгода тому назад, весной, мы обсуждали более приемлемый вариант, когда конституционные изменения у нас параллельно с децентрализацией обсуждаются. Да? Ну, в итоге нам включили жесткий режим дедлайна до конца 2015 года, ну, будем говорить, у нас как будто продолжается конец 2015 года, да, сейчас, мы должны очертить вот эти вот определенные изменения, и для этого под зонтик берутся другая проблематика, судебная составляющая, помните, там обсуждается, да, в том числе. Да, то есть все это выглядит, опять же, достаточно, ну, скажем так, понятно, что есть политическая целесообразность, но мы уже 2 года полных, скоро будет круглых, живем по принципу политической целесообразности. И конца и края этим принципам не видно. Мы стремимся к правовому государству, но продолжаем жить по принципам политической целесообразности. Это не есть совсем, это не есть хорошо, понимаете? Да, вот, да, поэтому абсолютно разрыв, конечно. Пользуясь тем, что я не, там, не отношусь, как говорится, аппарату управленцев, я имею возможность как эксперт говорить о том, что такое хорошо, что такое плохо. Окей, поэтому... Сергей, что вы скажете по этому поводу? Хотелось бы сказать, вот поддерживаю абсолютно Дениса, я привел бы даже цитирую, сегодня готов выступать с цитатами, то есть такая Марина Станичук, она бывший судья Конституционного суда, она сказала своими словами, говорит, для народа, говорит, я объясняю, что принял сейчас парламент и проголосовал Конституционный суд, то есть сказал, что это нормальное решение. Это то, что после зимы будет не весна, а они решили, что будет лето. А может быть и осень. То есть они ломают все рамки правила, сами говорят, мы вот пошли на нарушение Конституции. Это не просто нарушение Конституции. Это просто взяли Конституцию и повозили в грязи. Денис не упомянул, что после того, как это решение было вынесено, 8 судей Конституционного суда высказали особое мнение. Я специально взял с собой цитаты этих особых мнений. Один судья, это судья Шевчук. Он говорит, было внешнее давление на Конституционный суд. Какое может быть решение правильное?
Судья Сліденко говорит, что закон нарушает 22-ю, 55-ю, 59-ю, 124-ю, 127-ю, 129-ю, 157-ю статью Конституции и нарушает права человека. Высказывание очень интересное, почему я цитирую. Судья Мельник сказал, что этот прецедент может повлечь за собой посягание на конституционный лад, на территориальную цілісність, узурпацию державної влади, виникнення суспільних потрясень, масового порушення конституційних прав і свобод людини і громадян. Это все говорят судьи Конституционного суда. А судья у нас Стасас, так он сказал, говорит, что это результаты борьбы, четко написал, президент, парламент, уряд. Кто на себя натянет одеяло, кто будет больше иметь власти. И недаром Денис упомянул судебную систему, потому как ради нее тоже эти изменения принимались. И то, что действительно нарушены права человека, я знаю точно, что сделано уже подание в Генеральную прокуратуру, даже на действия тех судей, которые проголосовали за эту судебную систему изменения. Потому как там нарушается и Конституция, причем сами судьи об этом говорят, и нарушаются права человека. То есть, получается, казнить нельзя помиловать. Где-то в такой ситуации, потому что, с одной стороны, действительно есть нормандский процесс, который подталкивает к тому, что нужно принимать по Конституции определенные решения, да, которые продиктованы внешнеполитической повесткой дня. С другой стороны, любые решения невозможны, потому что нет конституционного большинства ни у кого на данный момент, и начинаются какие-то попытки повлиять на вот так или иначе принять, да, то есть, что сегодня не весна, а лето, грубо говоря. Те же самые судьи, я перебью, да, просто, да. Те же самые судьи сказали то, что упомянул Денис, в стране особое положение. У нас территории захвачены Крым и Донбасс. Нельзя проводить конституционные изменения, отрицая, что у нас нет военного положения, но у нас территория, часть территории захвачена. Все, уже процесс неконституционный, только из-за этого. Это судьи говорят. А что же тогда речь идет вообще о принятии новой конституции, вот то, что мы видели в конце сюжета, о некой конституционной ассамблее, конституционные сборы. Вообще есть ли необходимость, вот на ваш взгляд, такого форсирования такого процесса, принятия совершенно новой, принципиально новой конституции? Возможно, это и есть выход. Это тоже не выход. В стране война, страна в обороне. О каких, так сказать, мероприятиях проводить? И мы говорим, а судьи кто? Кто поедет на те сборы? Поедут те же самые. И поэтому получим тот же самый результат. Будет только, скажем, сожжено время, но результата положительного для нашего общества не будет. Но мы говорим, что это не случайность, это закономерность. Если мы не говорим, что наша Украина, как говорится, под давлением России находится 845 лет, и политика все остальное складывалась в этот период, мы видим как раз эти все закономерности, которые, так сказать, сопровождаются, происходят в нашем сегодня государстве. Поэтому пока мы не разберемся с прошлым, нам нечего лезть в будущее с таким же багажом. Вот. Поэтому давайте мы решим, как там, дипломатическим, военным путем защиту. Назовем вещи своими именами, что это у нас война, а не что-нибудь. И не просто война, это национально-освободительная война. Потому что она была в 1918 году, она сейчас продолжается. Просто какие-то там, скажем, 70 с лишним лет, мы этого не знали. Три поколения вымерло, и все. Память стерта. Но стоит же поднять, как говорится, историю, и там все станет на свои места. Что здесь у нас северный сосед, это наш, кажется, исконный, так сказать, враг, которым мы, так сказать, должны считаться. Но считаться не так, не идти на поводу, а, естественно, иметь свою, так сказать, точку зрения на все эти проблемы и решать их положительно. Потому что изначально, как говорится, как назовут, так и телега поедет. Но если АТО назвали, так сказать, войну назвали, так сказать, национально-освободительное движение, назвали АТО, ну, извините, люди на Западе нас просто не понимают. Я, например, человек, который окончил военную академию, как говорится, значит, вот, и то есть мне просто стыдно все это дело слушать, что у нас происходит АТО. У нас уже, как говорится, там около 3000, так сказать, погибших, условно, а реально их больше. И это называется АТО. Ну, кому мы на сегодняшний день в мире говорим, что у нас АТО? У нас настоящая на сегодняшний день национальная освободительная борьба. Полистайте историю и примите правильное решение. Но стоит вопрос, а кто ее будет листать, если у нас на сегодняшний день историки не в моде? Они были в моде до 95 года, когда написали историю, а на сегодняшний день они просто не в моде, потому что они поднимают те факты, из-за которых, скажем, Украина, кажется, за этот столь длинный период после Киевской Руси не состоялась.
И эти же процессы происходят сейчас у нас в обществе. И мы сейчас на сегодняшний день, кажется, доходим до ручки, что мы можем просто утратить государственность. Mm-hmm. Уйдя хоть на эти конституционные сборы, хоть, как говорится, на изменение, так сказать, Конституции, мы опять попадаем туда, куда не надо. Вот в чем следует вопрос. Я напомню, телефон нашей студии 7-175-501. Это прямой эфир. Если у вас есть своя точка зрения или вопрос к нашим сегодняшним гостям, пожалуйста, звоните нам, мы готовы вас услышать. Но я все-таки по поводу сбор. Потому что на самом деле аргумент, я понимаю, что законом нашим основным Конституции запрещены изменения во время особого периода, военного периода и так далее. Но тем не менее, историческая, опять же, практика подсказывает, что во время войны подобного рода изменения возможны. Более того, они проходили, в том числе и бывшие, там, наши, в Российской там, бывшей империи, да, в Советском Союзе, в России, Советской России и так далее. Я не знаю, как у вас, а у меня от выступления Стецкего было одно сплошное дежавю. Уже через несколько лет после 96-го года, после экстренного принятия, собственно, Конституции, пошли первые разговоры о том, что она несовершенна. То, что принимается очень быстро, оно всегда сыровато, оно недосконалое, да, и так далее. Я просто соотношу с образом сказавшего, он это политик, выпавший из мейнстрима, который желает вернуться, для этого хороша любая демагогия. Ну, конечно, не это нужно ставить во главу угла, но тем не менее, просто соотнести с тем, что у нас дискуссия о том, о двух позициях, да, Конституция несовершенная. А на другом полюсе неспособность выполнять любую конституцию. Да? И вот мы вот где-то вот на этой шкале балансируем вот уже 15 лет. Вот мне кажется, это не самый плохой документ. Более того, была многократно дана экспертиза, потому что и было подтверждение, что это не самый плохой документ. Это просто проблема в области способности, может быть, это ментальная способность, да, выполнять этот документ, ему следовать. Это один из немногих документов, который просто, казалось бы, ну, святая святых, потому что у нас уже все законы, да, скажем, вызывают определенные опасения, возможности их не обходить, да, ну, вот мы уже дошли к Конституции, последний рубеж. Ну, последний, не все, в общем-то, практика, опять же, обхождения Конституции в Украине достаточно богата, и это не только, вот, собственно, свежий материал. Очень опасная практика видоизменять законопроект ввиду определенных обстоятельств. Это нехорошая практика. У нас должна быть святая святых. Я вот не юрист, но даже как политический эксперт, я считаю, что есть определенные вещи, которые должны быть табуированы. Понимаете? Есть ли выход вот у политиков наших в этой ситуации, которая складывается на данный момент? Потому что, да, шахматным языком это цугцванг, когда каждый ход только ухудшает, собственно, создавшееся положение дел. Не принимать нельзя, потому что всем понятно, что тогда. Принимать, потому что тоже нельзя. Я считаю, что ситуация должна эволюционировать. Во-первых, все-таки Минск-2 давно уже говорится о том, что этот формат в кризисе, и все постепенно идет к Минску-3. А в итоге мы спорадически хватаемся за возможность реализации вот той формулы начала 2015 года, февраля месяца. Зачем? А почему нас успешно эти два непризнанных, как говорится, агломерации, да, как их начнут называть, конклава, шантажируют ценностью неприкосновенности границы, того, что вот у нас действительно необходимость вернуть наши территории. Вот. Но по факту, да, вот это есть смысловая оболочка, да, но, а вот по факту у Украины очень мало оснований цепляться вот здесь и сейчас, в конкретный промежуток времени, не стратегически, а тактически за эти территории. Необходимо просто видоизменить вот формулировки, да, по которым, ну, вот Порошенко, опять же, тоже проблема двух концов шкалы, да, вот замораживание конфликта или возвращение территории. Да не замораживание должно быть конфликта. То есть это нужно обозвать по-другому, да, нужно просто поставить целью нечто иное. Ну, наши переговорщики плывут совершенно. Вот как бы они сходятся на том с западными партнерами, что вот это есть святая святых территория. Все, значит, мы не можем от этого, значит, отходить и так далее и тому подобное. На дипломатическом уровне всегда есть возможности где-то сместить акцент, понимаете? Да, мы продолжаем настаивать на том, что территории должны к нам вернуться. Но там, как говорится, есть и другие моменты и так далее. Опять же, на данном этапе еще такой момент. Почему у нас отдан был на откуп, на автономный подход, да, вот эта блокада Крыма, а блокады Донецкой и Луганской республик не происходит? Это тоже определенная, знаете, не непоследовательность. Потому что, насколько я понимаю, опять же, юридическим языком, если говорить, то территория оккупирована временно, это Крым. А ЛНР и ДНР, так называемая, эта территория временно не подконтрольная. Формально, да, да. Они более относятся они к... Они не относятся к оккупированным, насколько я помню, да? Ведь Крым относится, а они нет. Там формально другой статус, как бы, почему, собственно говоря, сейчас и обсуждается, что эти республики, ну, при всем вот этом военном бэкграунде, да, как бы они, в общем-то,
Ну, там проблема может решаться на самом деле считанные недели. Ну, даже на, вот, говоря, дипломатический бумажный уровень может решить эти вопросы за считанные недели. Вопрос, нужно ли сейчас решать, защиту, стремиться решить даже. Даже, может быть, до течения года или двух. Нужно ли стремиться. Какой ценой? То есть там ну, во многом, опять же, экономика определяет, да? Пресловутый край, который якобы кого-то кормил, уже имел проблемную экономику на протяжении, ну, доброго двух десятков лет. Российская Федерация добила то, что там было. Ну, при помощи войны, не при помощи войны. Мы знаем, что там пилились предприятия в 2013 году при регионалах. Просто заходили и пилили, выкупали и уничтожали. Вот. Поэтому мы сами понимаем, с чем сопряжено возвращение этих территорий вот здесь и сейчас, на момент. Оно Украине невыгодно. Вот политически нецелесообразно. Мгновенное возвращение этих территорий. Оно выгодно имиджево президенту. Оно выгодно идеологически, да, ценностно. Но экономически, там, содержательно, да, вот, говоря, политически, оно невыгодно Украине вот, в краткосрочно-тактическом промежутке времени. Я бы сказал, что, ну да, разве что абсолютно имиджевую составляющую, но имиджевую сложно выделить из политической, потому что для президента, для президентской силы, наверное, все-таки, опять же, возвращение там нескольких миллионов людей, которые будут голосовать за совершенно другие политические партии, оно, в общем-то, не настолько выгодно. Ну да, краткосрочный имиджевый эффект, наверное, будет. Ну, да, имиджевый эффект в глазах тех, кто находится по эту контролируемую сторону. Да, да, я понимаю, хотя, опять же, ну, наверное, это несопоставимо с, опять же, там, несколькими миллионами избирателей, которые в итоге совершенно, опять же, изменят электоральную картину в Украине. Сергей, вы просто хотели добавить? Нельзя в этой ситуации, извините меня, просто брать и размазывать, уничтожать Конституцию. Денис правильно говорит, это не повод. Даже то, что замечено, хотят изменить регламент, хотят внести изменения в судебной системе, это 13-й раздел Конституции, есть особый порядок для внесения изменений, которые прописаны в 154-й, 159-й статье Конституции. И без референдума, без сложной процедуры в парламенте внести изменения нельзя. То есть у нас в очередной раз берут Конституцию, вот она, наша Конституция, да, берут, забрасывают. У нас целесообразность, ребята, подождите, это главный закон нашей страны, главный. Все остальные похидни, они вытекают из него. И вдруг этот главный закон опять задвигают и включают политическую целесообразность. Сколько можно? Это спекуляция, просто всего-навсего. У нас есть телефонный звонок. Я напоминаю, телефон нашей студии 7-175-501. Надеюсь, у нас получится все сегодня с технической составляющей. Если вы нас слышите, мы бы хотели тоже вас услышать. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, мы слышим вас. Я хочу сказать, что нам новая конституция и исправления не нужны. Не надо пулить мозги народу. Самая простая конституция – это взять 10 Божьих заповедей. Вот каждому, который в исполнительной власти, поставьте рамочки и начинайте день с этих 10 заповедей. Да, спасибо за вашу точку зрения, хотя я подозреваю, что вряд ли эту конституцию будут соблюдать из 10 даже заповедей, с большим рвением, что там не возникнут поправки или что особое, да, мнение некоторых членов Конституционного суда, если позволите продолжить аналогии. Телефон нашей студии 7-175-501, и мне подсказывают, что подходит время рекламы, которая пройдет, безусловно, быстро. Мы продолжим говорить о законах, которые пытались изменить на прошлой неделе, но это же будет спустя буквально несколько минут. Оставайтесь с нами. +7 175 501 наш телефон. Мы продолжаем нашу беседу. Возможно, вы слышите, что продолжаем ее даже в то время, пока идет рекламная пауза. Присоединяйтесь к нам. Сейчас у нас будет следующая тема, вновь касаемо законов, и тема, которая наверняка будет, ну, куда более, я не скажу, что масштабная, но, наверное, болезненная для большинства, конечно, для многих задействованных в ней. В общем, не будем тянуть кота за хвост, давайте посмотрим небольшой сюжет.
Верховная Рада окончательно отменила законопроект о реструктуризации валютных кредитов. Парламент не смог преодолеть вето президента. Проект предусматривал перерасчет займов по курсу доллара примерно втрое ниже нынешнего. Его депутаты одобрили еще в июле. В декабре закон раскритиковал Петр Порошенко. Новации, по его словам, разрушили бы банковскую систему. Глава государства наложил вето и отправил законопроект обратно в Раду. Чтобы преодолеть запрет, у депутатов не хватило голосов. Відповідно до прикінцевих положень закону уряду доручено розробити механізм компенсації витрат банків, пов'язаних із вищевказаною реструктуризацією. При цьому джерело криття збитків банківської системи від реалізації даного закону в ньому не передбачено. Це створює ризики для бюджетної системи держави. Більше того, положення статей 5 та 8 закону, що надійшов на підпис, не відповідають вимогам Конституції України. Представители общественной организации «Кредитный Майдан» не согласны с отказом реструктуризировать валютные кредиты. Они заявляют, что судебные разбирательства по их кредитам блокируются и не доводятся до конца. Активисты хотят, чтобы депутаты приняли необходимые меры для восстановления справедливости. Харьковчанка Наталья Водолажская в 2006 году взяла кредит для покупки двухкомнатной квартиры. Займ брали в долларах, так как в национальной валюте большие суммы банки не выдавали. Последний платеж по кредиту Наталья сделала в январе прошлого года. Говорит, сейчас сумма ежемесячных процентов больше, чем ее зарплата. Брала 121 тысячу, я выплатила 190 тысяч на февраль прошлого года. И сейчас мне насчитали еще, что я должна, если я буду реструктуризировать по нынешнему курсу под 23,6, по-моему, процентов годовых, мне еще надо выплатить 708 тысяч. Ну, я говорю, это же гильотина. По оценке юристов, все три предложенные ранее законопроекты устарели и нужно разрабатывать новые. Тем временем заемщикам, у которых есть возможность частично погашать долг, следует обратиться в банк для реструктуризации в частном порядке. Банки между собой подписали соглашение, да, согласно условию которого они, в принципе, готовы пойти навстречу заемщикам, частично простить какие-то штрафные санкции, частично простить телом, возможно, кредита, но при условии перехода на гривневый и гривну, да, переходе на гривну по текущему курсу Национального банка. По данным Национального банка Украины, по состоянию на сегодня украинцам выдано валютных кредитов больше, чем на 4 миллиарда долларов. Половина из них ипотечные. Для того, чтобы конвертировать эти займы по курсу 5 гривен за доллар, нужно выделить из бюджета 76 миллиардов гривен. Это девятая часть годового бюджета Украины. Я, конечно, прекрасно понимаю, что теме валютных кредитов можно посвятить не одну программу, а, в общем-то, месяц проговорить и мало чего при этом даже добиться, в, что называется, обозначение масштабов проблемы даже. Но, тем не менее, вот то, что произошло, произошло, не смогли преодолеть вето, чем это чревато теперь? Давайте так, я немножечко все-таки окунусь в историю закона 1558.1, его принятия. Закон, проголосованный в двух чтениях, и это был прецедент. Придумана, надумана была ситуация, когда он не был проголосован в целом. И господин Гройсман отправил его на третье чтение. Это и есть прецедент, такого в Раде еще не было. В итоге закон был проголосован в третьем чтении. Здесь появляется интересная ситуация. Вот у нас сегодня Конституции посвящена тема, да? А я почему говорю, что они стыкуются. 94-я статья Конституции говорит о том, что принятый закон Верховной Радой подписывает глава Верховной Рады и немедленно отправляет на подпись президенту. Видимо, слово «немедленно» в Конституции господин Гройсман истолковал, что это после его подписи надо немедленно отправить. А подписывать ему немедленно нельзя и не имеет смысла. Закон пропадает в столе у Гройсмана после принятия Радой на 5 месяцев. 5 месяцев принятый закон Верховной Радой лежит где-то у столе, в столе господина Гройсмана. Я считаю, что это надругательство над Конституцией и над регламентом Верховной Рады.
Теперь идем дальше. Когда появился закон, знаменитый, который вроде бы как Минфин его придумал, и Национальная ассоциация банков Украины, говорят, одобрила общественность, неправда, общественный совет при Национальном банке Украины, в который входят наши два члена мы имеем, сказал, что этот закон не демократичный, он не решает никаких проблем. Это чисто закон, придуман банками для дальнейшего раздевания людей, если хотите так уже прямыми словами. В итоге мы знаем, что в декабре месяце закон Гройсман срочно подписывает, передает президенту на подпись. Немедленно в этот передает. Момент, в данной ситуации он немедленно передал. Через 5 месяцев он передал немедленно. Все, собственно, выдержано. Но вот тут начинается интересная очень детектив целый. Ну, во-первых, мы пошли, члены правления кредитного Майдана, и взяли меня как более-менее специалиста, взяли на встречу в администрацию президента. Мы встречались с Александром Данилюком. Александр Данилюк – это замглавы администрации президента, представитель президента в правительстве Украины. Молодой человек, который работал в банковской системе Соединенных Штатов, действительно понимает проблему измутри. Начал разговор с того, что действительно закон подорвет бюджет и так далее. То есть он говорил стандартными фразами, которые мы слышим с экранов телевизоров. То, что надо 76 миллиардов из бюджета, хотя только что была произнесена фраза, что ипотечников в этом 76 миллиардах только половина, и уже четко просчитано, что для реструктуризации кредита нужны не бюджетные деньги, а надо всего лишь навсего 24 миллиарда гривен, и это все равно идет из резервного фонда, который лежат в НБУ, которые банки не могут никаким другим образом забрать. Это цифры. Мы доказали, рассказали ему причины ветирования и сопротивления этому закону. Причем сопротивляются не банки, сопротивляются, есть такие структуры коллектора, хотя они запрещены. То есть это структуры, которые отбирают имущество граждан Украины под любым предлогом. Причем они законы вообще не соблюдают как таковые. Причем коллекторские структуры у нас запрещены. Мы рассказали схему, по которым руководители отделений банков наживаются вместе с коллекторскими структурами. После чего господин Данилюк сказал, это же частная коррупция, это его определение. Мы сказали, посмотрите, есть закон, пункты, ключи на стол. Когда человек, если, допустим, не может погасить весь кредит, он понимает, а долг большой, он кладет свою недвижимость, которая в залоге, на стол, и ничего банку не должен. Нет, банки это не устраивает. Он забирает у тебя недвижимость и выставляет такие суммы, требования, которые будут платить твои внуки и правнуки. Кроме того, мы предложили Данилюку, давайте внесите изменения, давайте работать с законом, внесем изменения права первой руки. То есть, если банк хочет продать за 5% коллекторской структуре наш долг, мы согласны выкупить за 10, может быть, за 5, за 7, но дороже. Нет, это не устраивает. То есть он принял к сведению нашей всю информацию, говорит, да, это правильно, но тем не менее президент его заветировал. Мы об этом узнали перед Новым годом. А теперь самое интересное, опять Конституцию нашу поимели. Берем 94-ю статью Конституции, третий абзац. Где написано, на вето президента дается на рассмотрение и ветирование. Что такое ветирование? Это отмена голосования. Президенту выделяется Конституцией 15 дней. Президент вложился. И мы услышали в прессе за 15 дней, что закон заветирован. Но, прошу внимания, в третьей абзаце Конституции записано, что в течение 15 дней закон должен был вернуться, заветированный президентом, в парламент, в комитет профильный. Если нет, то закон считается принятый и подлежит к исполнению. Закон появился в Верховной Раде 23 января. Месяц он пролежал в администрации президента. То есть опять нашу Конституцию взяли и повозили, скажите, в грязи. То есть ее никто не принимает во внимание. Основной закон. Как хотим, так и крутим, называется. То есть закон, я утверждаю, 1558 принят. Президент его вовремя не подал Верховную Раду к рассмотрению. Я могу объяснить, почему он не подал вовремя. Во-первых, вечером 23-го он попал в Раду в комитет. Комитет происходил не в помещении комитета, а в кабинете господина Кубева, который непосредственно имеет вход в администрацию президента. И с голоса был внесенный президент, и здесь, я считаю, верх цинизма. Господин Гройсман выносит на голосование закон на преодоление вето президента, до которого нужно хотя бы 301 голос, когда в Верховной Раде в зале находится 281 депутат. Ну,
А что он может сделать? Опять же, в этой ситуации это его... Закон, Конституция гласит, и регламент Верховной Рады, выделяется 30 дней с момента поступления, возвращения в Верховную Раду заветированного закона, 30 дней для его изучения и выставления на голосование. 30 дней. Значит, господину Гройсману надо было довести количество депутатов хотя бы до формального нужного количества, ну, а так заведомо выставлять на голосование решение, на решение, да, вот голосование, зная, что при любом раскладе он не наберет 300 голосов, но 280 депутатов в зале, ну как можно, извините, ну нонсенс. Не, так, в принципе, про любой закон можно сказать, что да, нужно собирать тогда всех, так у нас рада работать-то не будет. Там нет, сколько... в любом законе процедура предусматривает большинство. И если в зале есть 280 депутатов, 226 голосов набрать можно. Но в данной ситуации нужно 300 голосов, 301 голос. То есть тоже конституционное большинство фактически. Нужно собрать кворум, который необходим для голосования данного закона. То есть... данного типа голосования. Да, данного типа голосования. Кворум необходим. Нету кворума для его голосования. То есть фактически на сегодняшний день мы имеем два грубейших нарушения Конституции. То первый. Есть, вы считаете, я прошу прощения, что у нас времени не так много, вы считаете, что закон работает? То есть, я считаю, он, что закон принят. Не прошу, да, он принят. И мы сейчас ждем подания именно потому, что он принят. Он фактически принят, посмотрите. Будем решать. Я не знаю, какая структура будет определять соблюдены сроки и все прочее при подании, при наложении вето президента. Но фактически мы видим, что закон принятый 27-го, ну, чтобы 23-го, по-моему, декабря мы встречались в администрации, то ли 25-го. Ну, месяц прошел, во всяком случае. У нас, да, у нас есть телефонный звонок 775-501, телефон нашей студии. Если вы готовы задать свой вопрос или высказать свою точку зрения, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Меня зовут Федор Белов. Я член территориальной громады міста Харкова. И прошу мне разъяснить коллегами вашего эфира. Мы констатуем с вами це те, що діється в Україні. Будь ласка, скажіть нам, членам територіальної громади, як нам діяти відносно вакханалії головного закону України, Конституції України? Що нам робити? Да, дякую за питання. Будь ласка, да. Дайте відповідь. Дякую. Ну, кто хочет, кто возьмет на себя. Да, Сергей. Главный. Я понял. Вы как организатор. Я начал, я буду отвечать. Ну, как знатоки уже, да, отвечает Сергей Хлюпин. Как Владимир озвучил, если мы начинали кредитный модель движения чисто валютных заемщиков, да, но на сегодняшний день охват, скажем так, мы охватили такое количество проблем, которые в нашем государстве, что мало, ну очень много, то есть и все взаимосвязано. И то, что я уже член антикоррупционного бюро, которое тоже занимается валютными кредитами, но, как вы видите, мы пытаемся влезть в законотворческую деятельность. Мы и депутаты, мы с ними встречаемся, есть адекватные депутаты. Мы работаем с судебной системой, есть адекватные судьи. Вы понимаете, в чем дело? Не все так плохо в этом государстве, но... все-таки то, что касается изменений и несоблюдений Конституции, у нас в Киеве, как мы называем, есть такие ребята, городскими сумасшедшими мы их называем, потому как они пишут подания именно на вот опротестование, и в том числе, кстати, что не введено военное положение, и на то, что пытается просто нашу, гвалтуют нашу Конституцию. Подается и в прокуратуру генеральную, они пишут, и в Конституционный суд, и в Министерство юстиции, Высшую Раду юстиции. То есть всем доступными способами здесь, в Украине, мы это делаем. Мы все украинская организация, да, мы выходим иногда на акции протеста, которые в поддержку конкретных каких-то действий, но это действительно должны быть такие основополагающие, скажем, принятия или законов, потому как ну, мы не военная организация, мы не можем заставить перейти с автоматом и заставить того же депутата или кого-то уважать Конституцию или чиновника. Вы понимаете или нет? Это организационная борьба. И как член территориальной громады, я вам скажу, вся сила в громаде. Если мы в громаде, нас становится будет больше, территориальной громады Харькова, да, Харьковский по районам,
мы можем громадой действительно заставить нас слушать. То есть именно громада. Есть же понятие учредительные сборы. Угу. Громада приобретает определенный вес. Ну, где-то так, я понимаю. Но личности не решат вопроса, не заставят никого исполнять конституцию. У нас есть звонок, я подозреваю, что вот как раз по кредитам, я прошу прощения у коллег, который, да, вот Сергей у нас по этой теме у нас главный специалист, поэтому, наверное, ему и отвечать. Мы готовы слушать вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Это звонит полюбный заявщик города Харьков. Я обращаюсь к Сергею Хлюпину. Это Сергей Крутько, я думаю, меня Сергей знает. У меня вопрос. Как он собирается делать дальше, чтобы 1558-1 вступил в силу? Его действия кредитом в Харькове, в Киеве, как они собираются сделать? Потому что наложили вето. Спасибо за вопрос. Ну, в общем, собственно, об этом мы и говорим, да, что делать. Сергей Крутько – это ветеран движения заемщиков валютных. Он чуть ли не там с 2014 года уже. Я отвечаю, Сергей, я уже говорил. В принципе, ту информацию, которую я вам сегодня донес здесь с эфира, о том, что закон уже принят и он уже действует, и вот теперь понятием, я так понимаю, что именно Конституционный суд должен доказать, что все процедуры были соблюдены при принятии закона. Президент упустил срок, из-за которого теперь закон должен быть принятым, должен быть действовать. Но опять у нас стоит Конституционный суд. Конституционный суд, как мы видим, не равномерно, скажем так, честными, ну, огульно мы не можем обвинять, но так как он принимает решения угодными определенным структурам, как уже сами судьи говорят, каждое, у них там квоты. Есть квота правительства, есть квота президента, есть квота парламента, есть квота министерства. То есть опять квоты. Ну, глядишь, все-таки повезет, и нам растрактуют, растлумачить они, что президент пропустил сроки и закон уже принят. А самое главное, я могу сказать, Сергей, это озвучить прямо из эфира, смысл. Нам нужно удержать этот закон, который НАБУ пытается протолкнуть в Раде, потому что цель, самая главная цель, снятие моратория на отчуждение недвижимости. Именно коллектора, почему? Не банки, коллектора хотят снять мораторий на эту недвижимость. А в моратории четко записано, что снять мораторий может только закон о реструктуризации кредитов. И неважно его начинка, главное, что он так называется. Угу. Поэтому борьба наша, я думаю, еще продолжится. Да, спасибо, что звонили нам, и спасибо, что отвечали за звонки. Это была ударная часть, именно которая касалась вас, за которую вы отвечали. У нас есть еще одна тема, о которой хотелось поговорить. Она в большей степени касается политики и истории, и современности, и, естественно, будущего. Об этом после небольшого сюжета. Высший административный суд Украины отказал Коммунистической партии Украины в кассации. Суд установил несоответствие деятельности, наименования и символики КПУ требованиям украинского законодательства. Кассационная жалоба является необоснованной, а изложенные в ней доводы не вызывают необходимости проверки материалов дела, поскольку заявитель не приводит оснований, позволяющих полагать, что суд неправильно применил нормы материального или процессуального права, сообщили в пресс-службе Минюста. Возрождение Компартии в рамках других политических проектов маловероятно, утверждают эксперты. Станом на 91-й рік в Компартії України було чи не 3 мільйони чоловік. Тобто, ну, це величезна мережа, яка потихеньку відходила в силу природних явищ, так би мовити. Але от вижерши остаточно стару компартійну мережу, заборонена компартія пробувала зачепитись за вибори місцеві минулої осені, виставивши вже новий бренд, навіть без підкреслено лівацького окрасу. І цей бренд не мав ніякого успіху. Тобто тут все, що буде пов'язане із лідерами нещодавно живої компартії, воно не матиме жодної перспективи в українській політиці. В то же время эксперты международной правозащитной организации Amnesty International называют запрет Компартии Украины опасным прецедентом, который отбрасывает Украину назад на пути к реформированию и сужает права человека.
Запрещение любой публичной ассоциации, ну, в этом случае люди, которые ассоциируются на базе своих предпочитаний политических, оно с точки зрения международного права и тех конвенций, которые Украина тоже подписала, в том числе и Европейской конвенции о правах человека, оно является наивысшей мерой, она должна быть пропорциональная к тому нарушению, которое предъявляет этим группой лиц. И к тому же оно должно быть временным только на тот момент, когда эта группа лиц застрашает, например, национальную безопасность или общественный порядок, или там безопасность каких-то других людей. Представители КПУ не согласны с запретом их политической организации и готовы активно отстаивать свою позицию. Руки прочь от компартии! Руки прочь от компартии! Пусть киевская власть знает, если она дальше будет играться в эти игры, в эти судилища, коммунисты придут под суды, коммунисты придут под Верховную Раду, коммунисты придут под Банковую, не с плакатами в руках. Если бы Ленин к Зимнему пришел с плакатом «Руки прочь от КПУ», что бы было? А так мы придем уже совсем с другими вещами. Постановление Высшего административного суда Украины обжалованию не подлежит. Напомним, что 21 мая 2015 года в Украине вступили в силу законы о декоммунизации, которые, в частности, запрещают пропаганду советской и нацистской символики. Ну, вот я считаю, исторический момент, по большому счету, для нашей страны, хотя, вот видите, есть совершенно разные мнения, и вроде бы это ущемление прав человека, и нельзя так поступать, и вообще все это неправильно, да? Алексей Николаевич, что вы думаете по этому поводу? Коммунистическая партия, коммунистическая идеология, по большому счету запрещали это Компартию Украины, да, вот в 91-м, если не ошибаюсь, году, тогда из этого положения ловко выкрутились, в общем-то прошло все незамеченным. Значит, в природе существует четыре идеологии, которые имеют под собой экономическую модель развития общества. И это как раз там лежит в основе соотношения государственного и частного капитала. Естественно, скажем, те, которых называли коммунистов в 1917 году, они, естественно, обманули общество, обещали землю, обещали заводы, отобрали все, и мы имеем результат. В 17.30, выступая здесь, так сказать, на вашем канале, я говорил о Голодоморе. Вот эта вот книга, которая на сегодняшний день лежит в управлении внутренней политики и не доведена до широких масс, как говорится, Харьковской области. Она должна быть настольной книгой глав районных этих администраций, районных советов, населенных пунктов, в школах, музеях и так далее, чтобы люди знали, сколько они заплатили за этот период, когда, так сказать, руководила так называемая коммунистическая идеология. Хотя можно сказать, что ее как таковой, этой коммунистической идеологии, у нас-то и не было. Ведь можно как угодно называть, но кто ее исполнял? И поэтому, скажем, если в 1932-1933 годах в Харьковской области, где насчитывало 83 района, погибло 2 миллиона, в этой книге я нашел свою старшую сестру. Она прожила 3 месяца и, естественно, умерла с голода, потому что, значит, приходили не коллектора, а, как говорится, какая-то дворовая сельская шпана, которая, грабила честных тружеников села, которые, так сказать, выполняли, конечно, чьи-то, так сказать, преступные законы. Поэтому закон о Голодоморе, мы будем считать, что он справедлив, но он не доведен до логического завершения, он не доведен, так сказать, до населенных пунктов. Эти материалы должны находиться на видном месте. Да, Ющенко подписал закон, да, Аваков со своей командой отработал, так сказать, книгу памяти по Харьковской области, и она осталась лежать на полках, режим товарища Януковича не дал, так сказать, движение вниз. И поэтому в населенном пункте, скажем, где, так сказать, я обращаюсь, говорю, сколько в вашем населенном пункте умерло людей? Они не знают. И говорят, а зачем ворошить? Как зачем ворошить? В вашем населенном пункте, скажем, вот у меня, так сказать, родина моя, поселок Ольшаны, значит, вот Вильшаны, там умерло, значит, 672 человека. В войну погибло меньше, но тем памятники есть, а тех, кого голодом заморили, никакого памятника нет. Мало того, поставили крест на каком-то одном из кладбищ, а потом туда начали мусор сбрасывать. Это как называется? Когда мы говорим о нормальном отношении к обществу, мы говорим, а куда делись те, которых раскуркулили? Нормальные сельхозработники были, которых, вот скажем, опять же по поселку Ольшаны, 170 семей,
выгнали с населенного пункта. Куда? То ли, так сказать, в Казахстан, то ли на Дальний Восток, то ли там, скажем, в Сибирь, то ли, так сказать, в Забайкалье. Но это были лучшие труженики, их выгнали. Мы их, о них даже слова не говорим. Итак, скажем, война, так сказать, финская, КВЖД и так далее, значит, в общем, вот мы не знаем, сколько харьковчан погибло. И мы точно не знаем, сколько харьковчан было замордовано, так сказать, всякими репрессиями. И мы не знаем, сколько погибло с голоду в 46-м году. И опять же, мы не знаем после 50-х годов, сколько замордовали, как говорится, эти другие репрессии. Поэтому, если бы мы знали, и было, так сказать, это все доведено до народа, естественно, бы народ знал, к чему привело это, кстати, выполнение вот тех бредовых идей под коммунистической идеологией. Ведь если на сегодняшний день задавать вопрос любому, в кавычках, так называемому политику, скажите, пожалуйста, разницу между вашими, так сказать, идеологиями, в чем она выражается? И вам никто не скажет, никто, как в большинстве, повторяюсь, в той программе говорил, скажите, пожалуйста, как развалилась, как исчезла Киевская Русь, как исчезла, так сказать, центр, значит, православия с Киева ушел. Никто не знает. Но, извините, это в 1169 году сын Юрия Долгорукова, значит, Андрей Боголюбский, войной пришел на Киев, разбомбил, это уже данные есть, 95-го года. И вот, скажем, в населенном пункте такой, как, скажем, МРФа старая, там один руководитель задался целью, чтобы, скажем, поднять историю своего населенного пункта. И ему, естественно, историк, так сказать, написал историю, так сказать, не только о МРФ, но сказал, я тебе напишу сначала о всей Украине. И там четко, так сказать, все изложено. И, ну, извините, эти материалы исторические с 95-го года, скажите, пожалуйста, до всех руководителей, до всех политиков, они ознакомлены, так сказать, с теми историческими данными, которые, так сказать, было, так сказать, Украина в каком было состоянии? Mm-hmm. Конечно, нет. И поэтому мы видим все вот эти вот шарахания на сегодняшний день, кажется, в современной истории. Не зная, не найдя точки в прошлом, проводя, так сказать, через, так сказать, настоящее, мы не знаем, что будет, так сказать, в будущем. А когда мы знаем, что с нами было в прошлом, через настоящее, мы будем точно знать, если мы будем прямо ходить, где мы, так сказать, окажемся в будущем. Поэтому все вот эти вот проблемы, они происходят не от того, что, скажем, хорошая коммунистическая идеология или плохая. Мы говорим о человеческом факторе. Кто ее внедряет в жизнь? И поэтому я, например, как говорится, все это дело очень здорово, конечно, изучил, перелопатил. Вы понимаете, в 79-м году, так сказать, я служил в Забайкалье и попал, как говорится, там по делам службы на восточную часть Ангары. И мне там надо было допросить одного, так сказать, местного жителя, свидетеля, как называемого. И я как раз попал на того украинца, который начал составлять ОМАК, допросы, значит, вот. Он сказал, что, я говорю, судимость имеете? Он говорит, какая судимость? Я 5 колосков в Полтавской области сорвал и, говорится, здесь. И сейчас вот, говорит, сижу и смотрю, как закатывается солнце, и там, говорит, моя Полтавщина. Я не знал, мне родители сказали, но то, что мне он рассказал, меня повергло в 79-м году в шок. То есть ни за что, за какие-то 5 колосков он сидит на том диком берегу, откуда, говорится, вырваться просто невозможно. Но когда мы сейчас вот хотели и будем проводить, так сказать, с казахами встречу, так сказать, скайп-мост с украинской диаспорой. Как казахи там оказались? То есть как в Казахстане оказались украинцы? Одни оказались, так сказать, там в 32-33 году. Но в 1945 году или 46 году Берия и Жуков подписали приказ о депортации украинцев, так сказать, в Казахстан и дальние районы. Выселили только лишь 200 тысяч. Ну, остальное, как говорится, значит, как пишет Левко Лукьяненко, как говорится, приостановилось. И мы об этих, так сказать, фактах узнаем, конечно, с 95-го года, но почему-то информация не дошла, и народ не знает, кто это, так сказать, вот эти вот драконовские законы писал, приказы для того, чтобы, скажем, депортировать народы. Мало того, что, скажем, 30-е, там, 40-е годы, но еще и 50-е это было. Поэтому на сегодняшний день, когда наши политики разберутся, ну, конечно, это все безобразие заложил, скажем, и Кучма, и тот товарищ Кравчук, что не разобравшись, что такое идеология, для чего она нужна, породилось на сегодняшний день энное количество партий, а мы можем сказать, что если там нету экономической модели, то называется что? Банды формирования. Как аналогично, скажем, у нас на сегодняшний день говорят об участниках боевых действий. После Великой Отечественной войны Советский Союз не принимал участие в войнах.
Но вдруг какие-то локальные войны, и вдруг наши принимают участие. Скажите, пожалуйста, а кто они? Закона нету. Да, была холодная война, но термин холодной войны не принят, не узаконен ни в России, ни у нас. Тогда кто эти люди? Получаются участники бандформирований. Давайте вещи в соответствии с теми законами о декоммунизации, которые приняты, развивать далее. Что значит правильно их назвать, обозвать, чтобы они, как говорится, понимали, что они забыли в этом самом Афганистане. Точно так же, скажем, что забыли русские, так сказать, у нас в Крыму. Они завоевали Крым, отняли у нас Крым. Точно так же наши участвовали в Афганистане. Поэтому на сегодняшний день все эти моменты, им необходимо с исторической, так сказать, высоты дать соответствующую историческую оценку и правильно на сегодняшний день трактовать. Нельзя на сегодняшний день рассматривать только лишь переименование улиц, переименование городов. Необходимо на сегодняшний день ко всему подходить комплексно, системно. Тогда мы сможем, и народ поймет, что да, действительно, эти там 70 с лишним лет были самыми темными временем в истории нашего украинского государства. Просветительская работа, история как обоснование для того, почему это происходит. Да, да? Да, совершенно. А вот с точки зрения, опять же, да, все той же Конституции, например, которая провозглашает свободу взглядов, да, если я не ошибаюсь. И как соотнести фактически запрет, ну, речь, правда, не идет об идеологии, потому что, наверное, можно придерживаться как-то, да, там в большей степени символики касается, но тем не менее, вот насколько это все соответствует, раз уж мы сегодня большей частью о Конституции. Тут, мне кажется, проблема все-таки не совсем в плоскости Конституции, она может здесь пасть жертвой определенного манипулятивной такой игры. По той простой причине, что вот вы верно говорите, идеология на всем протяжении 70-летнего существования этих брендов коммунистический, словом коммунистический, показала, что история показала, что там ее не было совершенно ни у истоков, ни в реале. Потому что посмотрите на 2014 год, да, говорим о настоящем, да, то, чем занимались низовые организации Компартии Украины, там срединные организации, первичные организации Компартии Украины, они показали, что идеология-то на последнем месте. Что шло бы прямое выполнение заказа, исходившего из московского средка. То есть Компартия Украины таким образом открыла, как говорится, маску. Она показала, что все свое существование во времена независимой Украины, она, ее, по сути, программной целью была вот некая, ну, если хотите, возврат к тому, что Компартия Украины невозможна без Компартии некого такого зонтичного, да, плана, КПСС, типа КПСС. То есть, видимо, знаете, на первом этапе должно быть, мне кажется, единение, да, брат, скажите, ну, так это та идеология, которая, о которой вы говорите, потому что это мировая революция, это единая партия, которая будет это осуществлять в той или иной форме. Они, да, вот они немного плохо, видимо, читали вот эти программные положения сталинского образца, могли бы почитать, я не знаю, там, Мао Цзэдуна для разнообразия, ну, просто, чтобы понимать, что если уже они занимаются идеологией, их не должны сдерживать сжатые границы небольшого украинского государства, понимаете, идеологии там нет, потому что шло непосредственное выполнение заказа на разламывание государства Украина, на сливание в единое государство старого, там, какого-то до 91 года. И, ну, там просто люди, там должны открываться уголовные дела. Я просто помню наглядно ситуацию, которая происходила в городе Мариуполе 9 мая 2014 года, когда митинг коммунистов был актом первым пьесы, которая закончилась гибелью, смертями. На третьем акте этой пьесы свезенные люди из сопредельных областей голосовали: «Путин, веди войска». В первом акте, еще раз говорю, коммунистическое шествие, которое вовремя сворачивает по другим улицам, с тем, чтобы колонна украинских военных, которая не знала города, проехалась по тем улицам, где уже засели заготовленные снайперы с крыш. Вот это, если очень коротко, проговорить ужасы, в которых была замешана коммунистическая партия Украины в 2014 году. За что должны открываться уголовные дела, посадки, тюрьмы и так далее. А не говорить, не жевать вот эту жвачку, понимаете? Мы сейчас наступаем на грабли демократии. Вот что происходит. Хотя демократия, на самом деле, может иметь вполне жесткое лицо. Ну, надо как-то все равно определяться, демократия и законность. Нет, я поддержу вас сейчас немножко. Наш 11-я статья Конституции четко записана. Держава сприяє консолидации и розвитку украинской нации. В ее историчные свідомості, то, о чем вы говорили. У нас заложено это в Конституцию, но никто этого не делает. Вы понимаете, в чем дело? Опять возвращаемся к тому, что никто... Все политические проекты должны быть в русле этих постулатов. В русле, а не вне. Да. А получается, что некоторые можно быть... Я вам приведу пример. Да. В прошлом году мы организовали поезд дружбы, как говорится, во Львов. Два вагона железная дорога выделяла, и ветераны ездили, как говорится, значит, вот, схід и захід разом. И там мы как раз побывали в тюрьме
Лонского. Тюрьма на Лонском, значит. Там показали нам, что вот смотрите, там, значит, при этих австрияках, значит, на одного заключенного, значит, было один квадратный метр. Ну, мы посмотрели, но они помнят хорошо, как плохо бы жилось, так сказать, при австрияках, хуже жилось при поляках, но еще хуже жилось, так сказать, при русичах. А у нас в Харькове кто-нибудь знает, что у нас на Холодной горе, в тюрьме, или там, как она там называлась, в камеру на 30 человек помещалось 100, и они все стояли, и их не выводили, и так далее, и так далее. Ужасы были. У нас харьковчане этого не знают. Это какой режим был? Как его можно назвать? Коммунистический, не коммунистический. Это просто было, как говорится, какие-то пытки, варварство, над издевательством над народом. И поэтому одна идеология – это одно, но когда кто-то выполняет, я вас здесь поддерживаю, потому что, извините, это совсем, кажется, называется крыша, это самый зонтик, под которым на сегодняшний день они... И, кажется, предлагают благие намерения. Ведь на сегодняшний день, если мы берем моральный кодекс строителей коммунизма и 10 заповедей Господних, то там нет разницы. Только лишь, кажется, написано немножко, так сказать, другим языком. Но все то же самое. Но мы видим, каков результат. Во Львове там где-то 160 храмов и соборов. У нас в Харькове было все разрушено. Все разрушено. Даже, скажем, вот по поселку Ольшаны, там было 4 церкви, 3 каменных разрушили. Вот вам показатель всего этого дела. Это культура. У нас 2-3 минуты остается. Просто я очень люблю ее приводить в пример в качестве. Да, вот вы сказали, что на низовом уровне невозможно объяснить там, чиновникам о том, почему не должна быть на столе эта книга. Они отвечают тем, что зачем ворошить, как говорится, былое. 2-3 года тому назад коллеги-социологи из Института социологии НАН Украины провели очень показательное, мощнейшее исследование, пусть есть маленькая выборка. Было опрошено 500 граждан Украины, чьи корни не восходили к территориям, пострадавшим от Голодомора, и 500 граждан Украины, по обеим сторонам которых у них полностью идет, как говорится, выкошенные родовые линии. Небо и земля в результатах. Значит, во второй части выборки апатия, значит, низкий уровень веры в себя. Значит, пострадавшие по обеим линиям от Голодомора. Значит, низкая вот уровень субъектности, низкий уровень электоральной культуры, низкая все. Там просто вот берутся две шкалы, и вот такое вот различие, вот такая дистанция. И вот то, что вы говорите, что они вот так вот отвечают, они наступают на грабли вот того, что они сами, они есть, будучи жертвами, по сути, Голодомора через поколение, через два, через три, они просто выдают вот этот результат. Понимаете, это как замкнутый круг своего рода. Сталин своего добился, он сломал моральный, он сломал людей, он сломал психику людям. И мы до сих пор это на себе ощущаем. И вот это наше шаткое развитие, не системное, не стратегическое, не линейное даже, можно где-то даже сказать, да, оно есть рефлекс того, что произошло в 30-е годы. У нас, к сожалению, подходит время программы к концу, как всегда, на самом интересном месте. Ну, я единственное, что должен сказать, что хотя у нас, в общем-то, да, и шатание, и какое-то дискретное все-таки развитие, но мне кажется, это мое, наверное, частное мнение, что общий курс, по крайней мере, выдержан в последнее время в правильном направлении. Мы уходим от вот этих ужасов и от некой там сакрализации этих ужасов, да, которые были возведены в ранг национальной какой-то или там ментальной традиции. Мы отказываемся от этого, и это делает нас, в общем-то, членами европейской семьи народов. Позвольте такой громкий термин такой употребить, но это на самом деле так и есть. Спасибо, что сегодня были гостями нашей студии. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Разговор получился непростой, но, в общем-то, такие они у нас всегда в программе «Вечер трудного дня». Встретимся ровно через неделю в это же время, в этой же студии. До свидания.